Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Алена, и сегодня я бы хотела поделиться своими покупками из магазина Fix Price. Как всегда, я очень надеюсь, что это видео для вас будет полезным и интересным. Давайте приступать. Я вам не показывала эти товары в обзоре полочек, потому что было всего лишь несколько новинок, да, в Фиксе. Не было возможности как бы снять полноценное видео. Вот, но я вам их покажу в обзоре своих покупок. И первая новинка — это вот такая классная баночка жестяная. Посмотрите, какая она замечательная. Таких баночек я взяла себе две штучки. Стоимость их всего лишь 199 рублей. Естественно, я выбирала самые аккуратненькие, благо нам их только-только привезли, продавцы их только выставили на полочке. Поэтому мне вот удалось выбрать самые отличные по качеству. Вот так вот выглядят они внутри. Жесть здесь достаточно, ну, скажем так, бывает и получше, но для фикс прайса она просто идеальная. Вот таких баночек я взяла две штучки, буду с удовольствием сама ими пользоваться. Даже уже знаю, что я в них положу. Ну, в общем, такая вот красота. А еще я взяла вот такую вот баночку. Если у меня захотят дети под какие-то свои игрушки, под какие-то свои вещи, конечно же, я им отдам. Если нет, то представляете, какая у меня будет классная такая заначка в случае, если нас пригласят там на день рождения или на какой-то праздник, да, какой-то вот небольшой презент такой преподнести. Вот такая вот замечательная. Мне, конечно, больше всего понравилось именно вот это, да. Но и это тоже очень-очень красиво, и мне очень нравится то, что их можно прекрасно ставить друг на друга, видите, вот они штабилируются и никуда не денутся. То есть вот такая вот красота, милота. Но я и на этом не остановилась, потому что очень мне уж понравилась и третья баночка из этой серии. Вот такая вот синенькая. Вот эту я, скорее всего, точно оставлю своим детям. Какие-нибудь, может быть, печенюшки они сюда положат или канцелярию. Ну, неважно. Мне кажется, вот она вот просто создана для того, чтобы мои детки ею пользовались. Очень такая вот классная, такой замечательный здесь рисунок, кактусы. Почему-то вот, посмотрев на нее, я сразу представила своих деток. Вот. Но разберемся. В любом случае... Очень классные баночки, всего лишь 199 рублей. Так что бегите в свои фикс прайсы, ловите. Я думаю, их разберут как горячие пирожки. Следующая моя покупка. Давайте я вам еще разочек покажу. Контейнеры за 99 рублей. В телеграм-канале на момент выхода видео уже, наверное, я выложу, как я их использую, да? Вот. Так что, если вам интересно посмотреть, как я использую товары из Фикса в своем домашнем обиходе, то, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка внизу в описании к этому видео. Вот. А вам я покажу сейчас их вот в таком вот виде. Ну, обычные такие контейнеры, органайзеры а-ля IKEA, 99 рублей. Я организовала в них хранение своих кухонных полотенчиков, фартуков, салфеток. В общем, вот такие вот они замечательные. Но я думаю, можно не только для этих целей, да, соответственно. И какие-то игрушки, и косметику, да все-все, что угодно. Размер 25 на 18 на 9 сантиметров. 9 это высота бортика. Пластик, конечно, такой, знаете, мягенький. Но для фикс прайса, опять же, просто изумительные. С ручками я взяла 4 еще штучки вот таких светленьких и 4 розовых. Ну, теперь мне их точно хватит, чтобы организовать хранение во всех своих ящиках, да? Брала я их, конечно же, не бездумно. Каждый ящик я вот прям вот посчитала, чтобы мне точно все хватило, чтобы они потом не остались лишними, да. Поэтому у меня каждый ящик вот на счету, все они мне точно пригодятся. Были еще в сером цвете, но мне больше понравились вот, конечно же, такие светленькие. Так что тоже смотрите. Причем, знаете, я не одна такая. Сама лично наблюдала, как девочка... Одна выходила из Фикса, держа в руках вот таких вот именно розовых контейнеров. Наверное, штук 8, не меньше. Так что их забирают вот прям пачками. Если вам понравились, если вы увидели у себя в магазине, то берите, конечно же, не задумываясь. Дальше, за 149 рублей я взяла еще два салатника.
Вообще правильно называется тарелка. Не знаю, будем ли мы пользоваться ими как тарелками, но как салатниками определенно. Здесь диаметр 23 сантиметра, материал керамика качественный, хороший. Кому-то не понравился рисунок, вот в реале, да, посмотрели в магазине, показался тускловатым и так далее, но мне просто бомба. Мне вот прям зашел этот рисуночек замечательно, очень нравится, поэтому с удовольствием буду пользоваться. И форма такая необычная. Мне даже муж оценил вот эти тарелочки. Кстати, смотрите, как они с этой баночкой сочетаются. Просто изумительно. Можно прям целую коллекцию собрать, да? Надеюсь, что... Нет, уже, наверное, не получится, потому что все, мы уже заезжаем с детьми в санаторий. Но попрошу мужа, чтобы он мониторил. Очень хочу еще и пиалы из этой коллекции за 99 рублей. Надеюсь, он мне их купит. Вот так вот. Дальше я вам покажу еще один органайзер за 59 рублей. Вот такой вот взяла. Тоже в прошлом обзоре я вам их показывала. Очень классные. Прекрасно в них разместила и кошачий корм, и еще там кое-какие мелочи. И мне не хватило еще одного контейнера. Вот я его и взяла. Правильно называется корзинка универсальная. 1,6 литра, размер 19 на 14 на 8 сантиметров. И это полипропилен. Дальше я вам покажу... Сказку, да, 300 рублей, 299, все-таки я решила взять вот такой вот колобок. Очень моему сыну нравится такой, знаете, современный колобок, по-моему, это производство Екатеринбург, да, какая-то там такая студия, у них и колобок, и жихарка, в общем, сын мой просто кайфует от мультика «Колобок», и я решила ему взять вот такой деревянный театр. «Собери, раскрась, играй». В наборе здесь краски и кисть, но... Будем мы, конечно, собирать, раскрашивать уже после того, как приедем из санатория. Вот, а пока вот положу в стороночку. Но давайте мы с вами заглянем, что же там внутри. Итак, открываем. Подобные наборы я видела на Валберес. Цена, конечно, там совсем не маленькая. Здесь всего лишь 300 рублей. Вариантов сказок очень-очень много. Так, вот они краски. Кисточка. Хорошая такая кисточка. И сами фигурки. Пенек, колобок, подставочки. То есть вот так вот собирать. Зайчик. Ну, слушайте, ну красота. Бабушка. Отличные заготовки такие, качественные. Ни заусенчиков, ничего. Так что обращайте внимание, пока они у вас продаются в магазинах, я думаю, достаточно скоро они уже пропадут из продажи. И будете кусать себе локти, что не взяли для своих деток. Ну, или для своих внуков. Как мне тоже одна подписчица написала, зачем вы показываете игрушки в обзоре, да, полочек. Типа, мне уже там за 80 лет, у меня уже дети выросли. Но дети-то выросли, есть внуки, есть правнуки, да. Ну и потом, в какой-то части моей аудитории очень важно посмотреть новинки в этом отделе. Просто промотайте, и все. Не вижу никакой проблемы. И, кстати, эта подписчица от меня отписалась. Только из-за того, что я показала игрушки в своем обзоре. Вот так вот. Ну, ладно. Дальше я вам покажу еще несколько классных новинок, тоже из отдела кухня. Я взяла себе все-таки вот такую форму для льда за 55 рублей. Мне показалась она удобной. Вообще мы льдом как бы не особо пользуемся, иногда он летом нам нужен для лимонада, поэтому вот я решила взять. Такая прочная, хорошенькая, главное, что мне нравится... что здесь можно спокойно залить воду, отнести также в холодильник, ничего не расплещется, все будет абсолютно чистеньким, аккуратненьким. И форма у льда можно, конечно, купить, например, пакетики, но там лед получается не такой ровненький, а здесь будет все ровненько и аккуратненько и красиво. Ну, это я со своей такой, знаете, колокольни перфекциониста смотрю. Кому-то, может быть, это и не столь важно, да, какой формы лед. Вот. А мне бы было бы это очень даже важно. Так, у нас здесь висит проводок от микрофона, уберу. Дальше я вам покажу еще вот такую кружечку. Я и все-таки ее купила. Ну вот не удержалась я, очень она мне понравилась, такой яркий, насыщенный красный цвет. Здесь объем 410 мл, состав керамика,
И кружка эта стоила 73 рубля. Но она такая замечательная. Вы на нее только посмотрите. Внутри беленькая. Конечно, тут мусора насыпано. Ничего, помоем. Не суть важно. Главное, что она ровненькая, аккуратненькая. Ни точек, никаких ни прокрасов. Все просто супер. Отличная такая кружечка. Дальше я взяла еще за 39,50 две вот такие вот емкости для специй. Они мне пригодятся летом, когда мы поедем на море. Обычно мы заезжаем в гостевой дом с кухней, да, я сама там готовлю кушать, и чтобы не покупать там килограмм соли, да, которым, ну, мы не съедаем, конечно, столько. Привезу из дома вот немножко соли, немножко перца, вот в таких вот классных органайзерах. Мы едем на машине, поэтому, в принципе, я могу спокойно все это брать с собой. Они из полистирола, здесь даже есть отметки 50, 100, 150 и 200 миллилитров. Вот, в составе здесь также еще полипропилен, это крышечка. Еще были зеленые и, по-моему, оранжевые, что ли. Да, оранжевые. А я взяла красную и желтую. Вот такие вот классные емкости для специй. Еще вам покажу. Забрала последнюю вот такую пенку, мыло для рук, 300 миллилитров. Лимонный коктейль. Очень мне понравилось, очень вкусно пахнет. Замечательное средство. Состав хороший. Действительно гипоаллерген. Не содержит силиконы, парабены, СЛСЛС, красители, минеральные масла. Главное, что мне понравилось. Средство хорошее. За 27,50 я взяла своему мужу три вот таких вот веера, именно три, да, живем в частном доме, у нас как бы шашлыки достаточно часто, и вот у него недавно оплавился вот такой вот веер, вот, и я решила взять сразу три, потому что у меня попросил один раз купить, я забыла, попросил второй раз купить, не было там какой-то возможности или еще что, поэтому я вот сразу три, чтобы хватило надолго, да, вот такой вот веер опахала для мангала. Жалко, конечно, что такой прям черный цвет. Всегда они были такие яркие, но не страшно. В сторонку положу. Ну и последняя, на мой взгляд, очень-очень классная покупка. Новинка за 99 рублей. Это вот такие вот две щеточки. Ну, я как любитель дерева, да, не смогла, конечно же, пройти мимо. Да и вообще такие щетки, я думаю, очень пригодятся в любом доме. Здесь указано, что это щетка для мытья стаканов. Но мне кажется, что она подойдет не только для стаканов. Все что угодно ей можно мыть. Классные такие щетинки. Есть специальный такой носик, не носик, да, чтобы соскребать какие-то остатки пригоревшей пищи или чего-нибудь такого. Вот здесь бутылочки мыть, вазы, тоже отличная такая щеточка. И всего лишь 99 рублей. Они были в разных цветах, именно щетины. То есть основание дерева, здесь белый цвет, а дальше идут, есть щеточки белые, есть вот такие серые, есть потемнее. Вот, то есть тоже ищите в своих фиксах, хватайте, я думаю, их быстро разберут. По составу здесь дерево, полипропилен, термопластичная резина, до 100 градусов выдерживает. И вот они мои такие классные, такие замечательные покупки из магазина Fix Price. Очень я надеюсь, что я вас порадовала своим видео, да, вы что-то для себя присмотрели, выбрали, и обязательно сходите и купите. Заходите ко мне в телеграм-канал, делитесь своими фотографиями, как вы используете какие-то покупки из Фикса, что вы покупаете. Мне это всегда тоже очень-очень интересно. Давайте вместе с вами искать классные товары из магазина Fix Price, но не только из Фикса, да, из всех, в которых я делаю обзоры. Вот. Ну или плохие товары, почему бы нет, делитесь своими отзывами, чтобы мы не покупали ничего плохого. Ну и на этом я с вами попрощаюсь, не забывайте, пожалуйста, о лайках, берегите себя и своих близких, и до новых встреч, пока-пока!